بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نبذة مختصرة من نصائح والدي العلامة مقبل بن هادي الوادع وسيرته العطرة لأم عبد الله بنت الشيخ مقبل بن هادي الوادع حفظها الله تعالى. Далее с помощью Аллаха Субханаху ва Тааля мы с вами продолжим свои уроки из книги «Краткое изложение очерка из наставлений моего отца, ученого Мукбил ибн Хади аль-Вади'и, а также из его славной биографии, автор которой является Абдилла, дочь шейха Мукбил ибн Хади аль-Вади'и. Да хранит ее Аллаха Субханаху ва Тааля». Сегодняшний наш урок начинается, где говорит «Зухдуху ва узуфуху ани дунья». Зухд – это благочестие, понимаете, или воздержание. Его воздержание, его благочестие и его нелюбящее положение – дунья. Или, скажем, или его отвратительность от дунья. Говорит, فهو زاهد عن الدنيا وحطامها الفاني الحقير. Он был, значит, воздержанным от дунья и от ничтожные, переходящие мирские блага. وحطامها الفاني الحقير. Понимаете, он был далек, он воздержался от мирское, скажем, благо, которое является альфани, которое переходит, то есть не вечно, аль-хакир ничтожное. Фала яабау биха джаат ау гадарат. Он вообще на дунья не обращал внимания, приходит ли дунья или уходит. Понимаете? В двух положениях, баракаллаху фикум, изменение человека есть, понимаете? Есть люди, которые когда дунья переходит к нему, все у него увидите изменения. Понимаете? Есть люди, которые у него дунья есть, когда уходят, опять у него положение по-другому будет. Понимаете, баракаллаху фикум? Два худшие положения есть. То есть, когда человек не готов, да, бороться, или терпения не имеет, или, значит, он не в силах, понимаете, воздержать себя, когда он не имел дунья, дунья переходит, сразу испортится, или, скажем, у него есть на руках что-то из дунья, когда уходит, все у него изменения будут, понимаете. وَيَسْكُنُ فِي بَيْتٍ مُتَوَاضِعٍ بَعْدُهُ مِنَ الطِّينِ. Шейх Мукбил жил, говорит, в таком доме простой дом. Некоторые вот эти его, скажем, состоялась из глина. Шкатурка, скажем, евроремонт, так как сегодня мечтают многие имамы и другие мусульмане, он в таком доме не жил. وَقَدْ طَلَبَ مِنْهُ بَعْدُ أَهْلِ الْخَيْرِ بِإِلْحَاحٍ هَدْمَ بَيْتِهِ وَبِنَاءَهُ لَهُ بِنَاءً فَاخِرًا فَأَبَى. Некоторые люди, которые хотели добро, люди, которые, значит, ахлюль хайр, хорошие люди, некоторые хорошие люди попросили у него устойчивого, да, или, скажем, настаивая на своем, попросили у него, чтобы разрушали его дом, и ему построили такой дом фахиран, хвастливый там, скажем, великолепный дом. А он что сказал? Фааба. Он не принял. Он не хотел этого. Айимтанаа. Фахакан иннаху аля зухдин джасим. На самом деле он был на большом воздержании был. Великом воздержании. Великим воздержанием имел. Зухд. Вала туарафу леху сабуа. У него не узнает, не было никакие признаки молодости или мечта, потому что слово «сабва» – это молодость, потому что многие люди, много
чертежи имеет, или, скажем, планы имеет, или мечта имеет, когда он молодой, понимаете, баракаллаху фикум. А у него не было никакого такого мечта. Молодости. Валихада юхаддиру мина дунья или яхдару мина дунья. Если яхдару мина дунья, поэтому он остерегался от дунья. Или юхаддиру мина дунья, он значит, остерегал от дунья. Остерегался и остерегал. Фамин калямихи, это его слова, где он сказал, ад-дунья туахиру шахс. Ад-дунья туахиру шахс. Дунья человека отодводит, а будет отодвигать назад, заставляет не того, не чтобы вперед идти. Нет, дунья откладывает человека, чтобы он отступил. Варубама тульхи. Но иногда бывает, что дунья человека испортит, или, скажем другими словами, отвлекает его. Тогда человека можно узнать, что дунья этого человека испортил. Аль-хакум ат-такасур. Да? Фаюкаддимуха аль-ахира. Тогда видите, что дунья, мирской жизни он предпочитает, чем ахират. То есть напротив его встречается и мирское благо, и ахиратское благо. Он всегда в первую очередь мирское выбирает. Понимаете? Почему большинство людей, которые верны в этих неверных стран, приезжают баракаллаху фикум, приезжают, и они бороду сброют ради мирское? Понимаете? Видишь, что бороду сброят, машаллах, хорошие блага, нормальные там коттеджи им дают, чтобы строили, потому что их не боятся, по их словам. И потом потихоньку намаз откладывают, там на джум'а намазы ходят и так далее. Благо. Чем они больше будут там бороду сбрить, например, или укоротить бороду, убрать там европейские формы, там кафирские одежды начинают одевать, тем у них будет благо больше. И в результате этого дунья их испортит, видите, что предпочитает дунья, чем ахират. Потом, иншаллах, я за деньги свои получу, потом это дело, потом, все она потом оставляет. Фахия ту'ми ва тусим, дунья человека заставляет быть слепым и заставляет его быть глухим. Поэтому многие люди, которые их испортили дунья, баракаллаху фикум, они истину не могут увидеть, они не могут истину слышать. Когда что-то об истине говоришь, он не видит, начинает туда-сюда крутить. Вот этот ученый так сказал, тот ученый так сказал. Один ученый сказал, в стране мусульман, где идут, какую одежду они одевают, вот такую же одежду надо одевать. Ринатовский там группировка. Понимаете? Народ какой одет, вот так и надо одевать. А народ сегодня что одевает? Баракаллаху фик. Не надо, говорит, народа заставлять, чтобы они боялись. Почему народ не боялись, когда футболку одевали надписями там на английском надписи? Почему, например, народ, например, не боялись, когда таджики начали футболку одевать, где там написано Таджикистан? Узбеки, Узбекистан, например, чеченцы там, Чечня или так далее, другие. Когда народ так одели, почему все молчали? Не сказали, что это от руки этих масонов, от руки вот это иудеев-христиан разделили нас группами, это земля чеченская, это земля таджикская, это земля узбекская, так сделали, чтобы там слегка нас руководит. Понимаете, баракаллаху фикум. На. Валь-узуфу ани-дунья джасимун. Отвращение от дунья, или, скажем другими словами, возненавидит дунья, это великое дело. Не каждый из нас, когда ему принесет деньги, там глаза закроет и отворачивается. Юрисульвара, если у тебя есть такое качество, что отвращение по отношению к дунья, это оставляет след альвара, благочестие даст тебе. И богобоязненность даст тебе.
والفوز بالحياة الأبدية тебе дает успех в получении вечного жизни والسعادة السرمدية والراحة и даст тебе вечный там счастье и отдых. Потом говорит стихотворной форме. هي القناعة لا ترضى بها بدلا. А знаешь, что такое рай? Если ты зайдешь вовнутрь рай, где там есть вечный жизнь, где там есть вечный там, значит, счастье, где там отдых есть, هي القناعة, там есть удовольствие. Там ты будешь, там все, нету такого, чтобы тебе такой какой-то дом увидел, райские дома, чтобы этот проект тебе не понравился. Там такое, там канаа. Все тебе нравится. Ля тарда биха бадала, никогда не будешь взамен рай что-либо другое. Фиха наим, там есть все виды ниамат, благоденства. Ва фиха рахату лбадан, там есть отдых тела. Там не бывает, баракаллаху фикум, с работы я возвращался, я уставший там, да, и немного уроки делаешь, не делаешь, спать ложишься, опять утром, как робот двигается. Там такого нету, поэтому, баракаллаху фикум, все мучение на этом свете. Унзур лиман малака ад-дунья би аджмаиха, хал раха минха би гайри ль-кутуни валь-кафани. Посмотри на любого человека, который, да, скажем, по-своему он владел мир. Все дунья какой-то захватил, все мир под его руках находится. Из человека, посмотри. Халраха минха, был разве такой случай, что он покинул этот мир и с собой брал из этого мирское наслаждение, что-то брал, кроме вата немного и кафан саван. Что-то брал он? Ничего не брал. Где его машины? Почему вместе с ними там не похоронят его машины? А? Почему дома? Почему разновидные там костюмы там? Другие. Где они? Они все останутся. Поэтому «Унзур лиман малака ад-дунья би аджмаиха хал раха». Раха, рух, говоришь, пойдем. Разве он ушел из мира? Хал раха минха. Кроме, например, кутун и валькафан, кроме вот этого вата, немного там в определенных местах, и кафан заворачивает несколько метров, больше с собой ничего не было. Если так этого понимаешь, о сын Адама, зачем тебе из-за дунья своего ахирата портить? Из-за дунья, значит, и отстанешься от ахирата. Следующий урок, иншаллах, تواضعه у нас. Завтра джума буду, баракаллаху фикум. Это немного длинный. Это в качестве урока делаем, понимаете? Почему? Вот, когда вот это читаете, баракаллаху фикум, потом вы поймете, почему такой почет дал Аллах субханаху ва тааля таких имамов, таких мухаддисов. Если, баракаллаху фикум, у них история такая, у них биография из этого состоит, сопоставляйте, почему мы не становимся такими, баракаллаху фикум. Почему? Потому что, значит, у нас нет вот таких благие качества, хорошие качества. Просим Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля, чтобы нам дал тауфих для совершения благие дела, чтобы он дал нам тауфих, чтобы отстраниться от всяких там плохие поступки, чтобы в результате Аллах субханаху ва тааля нам дал и нас сделал достойным, чтобы попасть в раю по имени Фардаса и посмотреть на его прекрасное лицо. Ва саллаллахумма ва саллама аля набиина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ва саллама таслиман мазида. Ва альхамдулиллахи раббиль аалямин.